Жители Химок смогут сэкономить на оплате электроэнергии. МПД ЖКХ устанавливают новые светодиодные указатели на фасадах домов по улице Маяковская. Эта замена позволит сократить потребление энергии почти в 3 раза. Если старые световые табло за 10 часов съедают 580 ватт, то энергосберегающие всего 150. Сумма, которую сэкономят химчане, заметная. В одном доме это порядка 9 тысяч рублей в год. Если брать все 22 дома, это порядка 200 тысяч рублей. То есть вот этого мы хотим добиться. Если это получит положительный отзыв, мы продолжим устанавливать такие знаки уже во всем жилом фонде муниципального предприятия. Пока такие указатели установят на всей улице Маяковского. В феврале адресные таблички обновят более чем на 2 десятках домов.